Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем делать домашнее песочное печенье с разной начинкой. Одно печенье у меня будет кофейное, второе сделаю с кокосовой стружкой. Мягкое масло, я использую одну пачку. Добавляю 200 грамм сахарной пудры. Вливаю 150 миллилитров холодного молока. Добавляю ванилин. Теперь добавляю крахмал 6 столовых ложек с горкой. Мне понадобится 250 грамм муки. Замешиваю тесто. Отправляю в разогретую духовку до готовности.